Перегон Савелова, Белый городок. Что угодно. Время на часах. 3 часа 29 минут. Ожидаем пассажирский поезд с сообщением Рыбинск-Москва. Должен в течение получаса проехать. Условия съемки довольно тяжелые. Сегодня как раз такой день, когда хорошо бы, если бы было пасмурно или просто облачно. Потому что вот это контрастное светлое небо будет очень сильно мешать при обработке фотографии. Будет сложно эту фотографию вытянуть. Скорее всего, локомотив и вагоны в конечном счете будут достаточно темными. Поэтому эта фотка, скорее всего, будет выезжать только за счет своей художественности. Хоть тепловоз и зеленый, скорее всего, при таком освещении это не будет играть особой роли. Потому что свет будет практически против объекта съемки. Контровой свет. Таким образом, локомотив будет, как я уже сказал, довольно темным. Обработать будет тяжело. Скорее всего, при обработке вылезут шумы, которые придется давить. А это, в свою очередь, снизит качество фотографии. Как я уже говорил, примерно в течение получаса проедет пассажирский поезд Рыбинск-Москва. Было бы замечательно, если бы какой-то поезд поехал со стороны Савелова, то есть вот отсюда. Почему? Почему? Потому что очень приятный и мягкий свет можно наблюдать в этом направлении. К тому же слева цветет Иван-чай. И я думаю, это была бы очень приятная фотография. Но, к сожалению, со стороны Савелова ничего не ожидается. Приехав на станцию на электричке в час ночи, мы обнаружили, что на станции абсолютно нет вагонов. Только стоял тепловоз Т-18 в оборотном тупике. Таким образом, в лучшем случае, если что-то и приедет, это будет денечный тепловоз Т-18. А поскольку мне и Денису на работу, мы ждать его не будем. Сейчас проедет пассажирский, и мы тут же прыгнем в такси, я надеюсь, и быстро поедем на первую электричку, который отправляется в 5 с чем-то утра. А пока поезда нет, наслаждаемся утренним пением птичек. Ну, в общем, вот был этот поезд. Я как успел его заснял на видео, потому что делал фотографию. Такой вот небольшой поезд. Ехал он, как я уже говорил, с зеленой Машкой. Уж не знаю, пока что получилось на фотографии. Сам пока не посмотрел. Вот я тут как дебил приближу цифровым зумом, просто чтобы посмотреть, как вагоны удаляются. Вот, собственно, и все. Вот это и была цель поездки. Ну что же, надо сказать, что предварительно получилось не так уж плохо. Во всяком случае, тепловоз не смазался. Конечно, да, достаточно темно. Но я думаю, что при работе в фотошопе можно будет сделать что-то приличное из этой фотографии. Благодарю вас за внимание.